Всем привет! В этом видео я расскажу, с какого возраста я начал вешать своей собаке канат и как вообще это у меня происходило. Молодец. Ну-ка, давайте-ка ее немножечко раскачаем. Умница. Молодец. О, хорошо схватилось. Вот так, молодец, держи. О. Отлично, слушай. Что такое? Что ты? Иди бери, взять. Вот, да, не надо там высоко слишком прыгать. О, раскачаем ее. В общем-то, собаке я канат начал уже так нормально вешать, это в год после года. Умница. Умница, хорошо, держи. Хорошая девочка. Давайте раскачаем. Вот так. Умница. Отлично. Хорошо держишь. Давай еще язык раскачаем. Отлично! Держи! Вот умница! Как цепилась! Во, как аж оторвала его! Молодец! Вот так и надо! В общем-то, начал я уже нормально вешать канат, когда собаке был год, чуть больше. Потому что до этого месяцев в 10 я... Короче, дай, подожди. Я, короче, повесил канат, чтобы она могла лапами, до него, как бы, я повесил такой длины канат, чтобы она могла стоять задними лапами, а зубами держать его, и задними лапами она доставала бы до земли. В общем, я повесил канат такой здоровый к дереву. В итоге она не стала стоять лапами, а подпрыгнула и повисла на нем. И было ей где-то месяцев 10. Месяцев 10. То есть она прыгнула не вниз, а именно высоко и схватилась. И вот она секунд, наверное, 10 у меня провисела. И я сразу скажу то, что мне это не очень... Мне это понравилось, но у меня какое-то опасение было, то, что собака еще до конца не сформировалась. Поэтому я... как бы ее снял, не стал ей давать там долго висеть. Как бы мое мнение такое, что лучше подождать там и в годик уже вешать спокойно канат. То есть вот именно спокойно я начал играть, ну как бы тренировать вот в такие игры, это можно назвать, я даже не знаю, ну наверное назову игры. То есть такие игры именно когда собаке уже был год. То есть и больше мне стало спокойно, потому что до этого как-то так сказать, душа у меня болела, что что-то может случиться. Хотя я видел видео, где там какие-то питомники американские, либо, ну, какие-то зарубежные.
у них там американские були. И они спокойно бегают, то есть взрослые собаки висят на канате, эти щенки подбегают, висят на нем тоже. Но правда у них лапы внизу стоят, то есть они не прыгают там с оторванными лапами от земли, не висят. Вот. Так что, конечно, я не считаю, что нужно ждать каких-то там безумных дат, пока собаке исполнится 2-3 года, как некоторые утверждают. Но я считаю это бессмысленно. Как бы год, да, это уже, вот на мой взгляд, год это не щенок. Как бы это молодая собака, но не щенок. Так, что она здесь мерзнет? Давайте еще разок. Трясь, иди бери. Иди бери канатик. Или там у тебя поважнее дела? Рейси. Иди бери. Вот. Чуть-чуть давай к тебе. Ух, разыграю. Молодец. Ты замерзла. Вот как. Опа. Стой, спокойненько. Спокойненько бери. Вот, молодец. Без суеты. Отлично. Без суеты. Схватись. О, я тебя приподниму. О. Молодец, держи. Еще раз качать тебя. О, давай. Отлично. Вот умница. Давайте я приподниму. Повисишь немножко. Вот так. Как ты его, да? Как ты его кусаешь? Ну-ка. О, лапка подзажила и сразу... Весеннее другим стало. Сразу мощь такая появилась у собаки. Молодец. Чуть-чуть. Ну давай, перехвати нормальненько. Сейчас я тебе... Ох, дай, дай. Или что, ну давай. Так, с тобой немножко. Вот так. Дай, 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 вот. Да не прыгай ты так высоко. Тише, тише, тише. Во, поспокойнее. Молодец. Давайте подраскатаем немножко, раскачаем. Во. Отлично. Гляньте, гляньте, кайф какой. Давай еще разок, умница, держи. Отлично. Молодец. Хорошо. Молодец. Перехвати, перехвати.
Умница. Во! Хорошо схватилась. Давай-ка я тебя подраскачаю. Во! Отлично. Молодец. Держи, держи. Давай, давай, давай. Отлично. Хорошо. Умница. Хорошо. Давай-ка. Молодец. Блин, я уж тут скользить начал, не могу тебе. Короче. Молодец. Давай. Раскатаем тебя. Ладно, я уж что-то сам запарился. Фигать. Умница, держи. Держи, держи. Тише, тише, поспокойнее. Давай, давай, еще разочек и все. Молодец. Сейчас я тебе подмогу. Молодец, давай, что ты. В снегу не будем, а или будем? Так что тут, короче, дело каждого, в каком возрасте вешать, каждый сам решает. Потому что говорю, я видел видосы, что щенки уже висят, но я не стал щенку вешать ничего, потому что ну, мне почему-то казалось, что может там что-то случиться, как бы. Но не то, что даже с прикусом, а просто, как бы, потому что все равно еще там суставы-то хрупкие, кости хрупкие, как бы, у щенка. Вот поэтому. Дай, 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 дай. Это что такое? Дай. Ты что, не слышишь с первого раза, а? Иди бери. Иди бери, только аккуратненько, не надо прыгать высоко. Вот, молодец, плавненько. Отлично, вот. Вот так, аккуратненько. Молодец. Вот так, покусайся, покусайся. Как бы тебя приподнять-то, тут у меня все уже скользит, я вытоп. Во! Молодец, умница, держи. Не отпускай. Хорошо. Во. Молодец, сегодня тебе капитально, да? Прокачаю. Ух. Молодец, хорошо. Давайте, я даже приподниму здесь. Умница. Хорошо, давайте теперь подраскачаем немного. Вот так. О как. О как ты умеешь.
Молодец. Держи, держи, сейчас. Или еще подержишь? Подержишь еще? Еще, наверное, надо заканчивать. Хорош, нормально она, кстати, сегодня повисела. Еще, наверное, на этом буду прощаться с вами. Если видео понравилось, обязательно ставь лайк. Если не подписан на канал, то подписывайся. Также можешь поделиться этим видео со своими друзьями, знакомыми. Ну а у меня на этом все. Всем пока и увидимся в следующем видеоролике. Все, всем пока.